Добрый день. Меня зовут Сухоруков Игорь Петрович. Я являюсь исполнительным директором компании «Fit Group». Компания находится в городе Староскол, Белгородская область. Наша компания занимается переработкой бобов сои. Производим полножирную экструдированную сою. Этот продукт применяется для кормления сельскохозяйственных животных. В 2015 году было принято решение о строительстве ангаров. Ангары производятся из оцинкованной стали, неутепленные. Так как оборудование энергоемкое и имеет большую теплоотдачу, мы столкнулись с проблемой. В зимнее время это конденсат и, соответственно, некомфортные условия для рабочих. Сразу же нашей компании, его руководителям, была поставлена задача, как нам произвести утепление цеха. На выставке в Москве, это было где-то в 2016 году, мы увидели очень хороший материал, Тепофол. Очень нам понравился, так как небольшая толщина, отражающий слой, быстрый монтаж. Компания посоветовала хорошую фирму, которая нам смонтировала. Монтаж Тепофола происходил при работающем оборудовании. То есть мы не останавливались. В это время производили продукт, что само собой немаловажно. Монтаж утеплителя Тепофол производился путем точечной сварки. Швы спаивались простым строительным феном. Швы имеют замковый тип, что позволяет уйти от мостиков холода. И после монтажа, соответственно, этого утеплителя, температура в зимнее время минус 23 на улице. Здесь где-то температура получается 12-13 градусов, что позволяет комфортно работать нашему персоналу для обслуживания данного оборудования. Компания Fit Group рекомендует Тепофол для утепления таких ангаров.